Как построить прибыльный запуск своего инфопродукта? Причем мы с тобой обязательно обсудим разные стадии. Ты эксперт только начинающий, да? Либо у тебя уже действующая онлайн-школа. То есть мы разберем все стадии, каким образом сделать так, чтобы твой запуск любого инфопродукта был достаточно успешным и прибыльным. Я уверен, что вы давно уже задумываетесь над тем, что хочется вам запустить свой инфопродукт. Кто-то стесняется, кто-то боится, кто-то с синдромом самозванца у нас сидит. А еще вас могут останавливать какие-то сомнения или вообще незнание того, куда двигаться, как двигаться и вообще с чего начать. Как раз в этом видео вы поймете, какие шаги необходимо сделать для того, чтобы запустить свой инфопродукт. Самое главное, чтобы он получился у вас прибыльным, а еще разобраться с тем, в каком формате его запускать. Сегодня я вам дам четкую пошаговую инструкцию, как вам действовать. С вами Евгений Карасев, команда Запуски.ком. Привет! Итак, давайте с вами сначала разберемся, с чего начать, на каком этапе. Первое, с чего нужно определиться, это все-таки разобраться вам, да, кто вы, что вы на сегодняшний день имеете. У вас этап первый, у вас вообще ничего нет, в принципе, да, вы просто эксперт, вы просто человек, возможно, у вас даже нет какой-то аудитории в профиле, у вас в вашей аудитории есть только ваши друзья и больше ничего. У вас нет ни контактов, в принципе, да, то есть вы только-только начинаете. Второй этап, это вы уже достаточно крупный эксперт, либо эксперт своей ниши, у вас есть какие-то наработанные базы, у вас есть в социальных сетях свои клиенты, возможно, они уже к вам обращались, и теперь у вас уже просто нет времени на то, чтобы вести, допустим, консультации и общение. И есть эксперты, которые уже достаточно давно уже попробовали какие-то внедрить свои инфопродукты, и хочется теперь масштабироваться. Обо всех трех направлениях мы сегодня с вами поговорим, и как раз-таки начнем мы с того, что делать тем ребятам, которые только-только начинают. Для тех, кто только-только начинает, я не рекомендую запускать сразу же сходу ваш инфопродукт. Ну, во-первых, по одной простой причине, потому что пока вам некому его продавать. Все на самом деле очень просто. Есть несколько вариантов. А, вы можете набрать аудиторию в свой профиль, например, в Инстаграм, во ВКонтакте, либо в другие социальные сети, которые сегодня у нас работают, прогреть их, и после этого уже продавать свой продукт. Есть еще второй путь, который вы тоже можете использовать, это создать какой-либо инфопродукт, типа гайда, чек-листа, за недорогие деньги попробовать протестировать его, продать сразу же через рекламу. Ну, то есть, вы создаете рекламную кампанию в том же ВКонтакте, либо в том же Инстаграм, если это возможно, либо Ютуб, если он уже открыт, и после этого вы пробуете, запускаете рекламу, например, на какой-то чек-лист, гайд, либо какую-то пользу. То есть, да, это тот инструмент, который даст человеку пользу, даст человеку возможность сделать какие-то шаги для того, чтобы решить его боль или проблему. И запускаете в рекламу, смотрите на отклик аудитории, будут ли какие-то продажи и так далее. Какая стоимость продуктов здесь может быть? Стоимость может быть 100, 500, 200, 300, 400, 500 рублей. Но обычно, как говорят многие маркетологи, до 3000 рублей оптимально. Нормальная стоимость инфопродукта, который обычно нормально покупается, это та стоимость продукта, которая для любого практически клиента достаточно доступна, и он себе эту стоимость может позволить. Третье направление, по которому вы можете действовать, это направление, когда у вас хоть какое-то количество аудитории есть, хоть что-то у вас уже есть, да, ну какая аудитория? Это могут быть какие-то друзья, ваши знакомые, это могут быть коллеги, это могут быть какие-то просто люди с каких-либо встреч и так далее, которые на вас подписаны, смотрят, и им интересно то, чем вы занимаетесь, потому что, скорее всего, вы в своем профиле уже об этом рассказывали. Если же нет, все очень просто. Вы готовите пост, пост знакомства, где расписываете то, чем вы занимаетесь, какое у вас направление. Мы его здесь с вами прикрепим, куда-нибудь сюда или сюда мы прикрепим и покажем, что он из себя может представлять, вы сможете его заскринить и использовать у себя в работе. Либо в описании по ссылке вы сможете посмотреть примеры таких постов. Вы пишете пост знакомства, рассказываете о себе, чем вы теперь занимаетесь, что у вас за направление, что у вас за ниша и что вы можете сделать дальше. Вы можете предложить клиентам бесплатную аудит, бесплатную консультацию в течение, например, там 30-40 минут до часа, где вы сможете пообщаться с клиентом, понять, разобрать, какая у него боль, какая у него проблема, что ему сейчас необходимо и какие задачи он сегодня решает. И самое главное, разобраться с тем, какая точка А и точка Б. И уже на этой бесплатной консультации, это тоже инфопродукт, вы можете уже непосредственно продать свои платные консультации, например, пакетом, сразу же 2, 3, 4, 5.
объясняя клиенту следующее о том, что вот смотри, я могу решить твою проблему или помочь тебе с этим за 3-4-5 консультаций, пакет стоит столько-то, пожалуйста, let's go, вперед из песни, бери и получишь максимальную пользу. Тоже касается экспертов, которые еще ничего не запускали, у которых есть плюс-минус какая-то аудитория, там хотя бы 300-400-500 человек, то есть в принципе, если у вас есть какая-то плюс-минус аудитория, вы не совсем новый аккаунт, да, не завели его только вчера, соответственно, для вас тоже подойдет этот способ, вы сможете совершенно спокойно, в очень быстром темпе и режиме набрать себе консультации, а на этих консультациях вы сможете сразу же продать свои продукты и б, соответственно, рассказать о себе как можно большему числу людей для того, чтобы к вам обратились в последующем за услугами и товарами. А если вы еще примените еще один способ, который называется «Расскажи обо мне, да, своим друзьям» и будете говорить о том, что вот смотри, тебе понравилась моя бесплатная консультация, но ты, например, ничего не купил, расскажи там 5 своим друзьям, коллегам, или даже если купил, расскажи 5 своим друзьям, коллегам о том, как прошла консультация. Порекомендуй меня своим друзьям и коллегам. Более того, ты можешь даже сделать какую-то бонусную систему, например, там какие-то давать фишки бесплатной консультации тем, кто тебя рекомендует за определенное количество. Ну, в общем, здесь уже включается маркетинг, можно очень много чего придумывать. Самое главное, начни с простого, да, это расскажи всему миру о том, что ты занимаешься вот тем продуктом, которым ты сейчас занимаешься. Если же вы эксперт, у которого уже имеется какая-то аудитория, который понимает и знает, чем вы занимаетесь, знает и понимает ваш продукт, возможно, вы уже с кем-то проводили бесплатные, платные консультации, то настало время масштабироваться. Что здесь вы можете сделать? Первое, что вы можете сделать, это, например, начинать работать на продажу каких-то групповых мастермайндов, встреч, онлайн-зумов, разборов и все, что с этим связано. Я сейчас не говорю про то, что вы должны сразу же побежать и создавать свои онлайн-курсы, а хотя бы начните с того, что вы будете учиться работать с группой людей, да, потому что с одним человеком проработать это одна история, с группой людей работать совсем другая история. Таким образом, вам будет достаточно просто в последующем запускать свой какой-то онлайн-продукт, потому что а, вы будете знать, во-первых, потребности вашей аудитории, б, вы будете разбираться в том, чего они хотят, какая у них точка б и что они от вас ждут, какой результат они хотят, и с, вообще понимание того, как довести их до результата. Еще раз повторюсь, есть разница между тем, когда вы ведете одного человека, и есть разница между тем, когда вы ведете какую-то группу, 5, 7, 10 человек. Поэтому здесь очень важно этому навыку тоже учиться, поэтому, когда у вас уже есть консультации, переходите на следующий этап. Во-первых, первый этап у вас будет это повышение стоимости консультации, когда вы уже набрали, например, там на 2000 рублей каких-то консультаций, вы уже понимаете, что у вас записывается большое число людей, вы можете поднимать, например, до 3,5, до 4, до 5 тысяч рублей. И, соответственно, параллельно с этим запускать свое какое-то групповое наставничество, обучение, мастермайнды и так далее. Стоимость этих мастермайндов может быть от 10-15 тысяч рублей за одного человека. Здесь, конечно же, вам необходимо будет там оценивать свой рынок, оценивать, смотреть, что делают ваши конкурента. Для этого составьте как минимум какую-то табличку конкурентов, распишите, что конкретно делают эти люди, ваши конкуренты, на что они базируются, какие у них есть какие-то плюшки, какие-то у них есть плюсы, какие есть минусы, соответственно, что они делают в этой мастермайнд-группе, либо в групповом каком-то обучении, и, собственно говоря, какая у них программа. На основе этого уже будет вам понятно вообще, что происходит сегодня в рынке, что можете предложить конкретно вы. Кстати, на этом этапе вы тоже можете попробовать создавать какие-то свои мини-продукты, которые вы можете автоматизированно продавать. То есть вы можете продавать какие-то мини-курсы. Вот, например, у меня есть мини-курс по запуску своих вебинаров. То есть, если необходимо запустить свой вебинар и сделать его максимально продающим, этот мини-курс, там буквально 5-6 уроков, они идут примерно по 30-40 минут, где достаточно просто, доступно и понятно рассказано о том, как правильно ставить свет, как необходимо технически подготовиться к вебинару, как сделать продающую презентацию, где ее сделать, на что ориентироваться, как составить вебинар продающий, там целых 25 шагов, прям пошагово, да, действуйте и работайте. Совершенно любой человек может всего себе позволить, по ссылке под этим видео в описании вы можете ознакомиться с этим мини-курсом, его приобрести, посмотреть, задать вопросы, если у вас эти вопросы останутся. Аналогичным образом, также вы можете продавать и свои продукты, записывая мини-курс какой-то, записывая какие-то гайды, чек-листы, какие-то видео полезные, которые, опять же, там пользователю дадут возможность дойти до результата, до того, что он в итоге получит что-то, да, это может быть и денежная какая-то история, это может быть, если в мягких нишах, то что вы в мягких нишах обещаете. Здесь
точки зрения продукта я вам рекомендую не только теперь его создавать, но еще и в том числе автоматизировать. То есть есть возможность, например, работать с такими площадками, как GetCourse. Да, площадка позволит вам в автоматизированном режиме, во-первых, давать возможность покупать те мини-курсы и продукты, которые у вас уже есть сейчас на текущий момент, продавать тоже чек-листы, гайды и так далее. Для того, чтобы перейти на GetCourse, вообще посмотреть, ознакомиться, зарегистрироваться, там, кстати, дают 14 дней бесплатного доступа к платформе, к площадке, вы можете, опять же, перейти по ссылке в описании к этому видео, там есть ссылка, вы можете зарегистрироваться и посмотреть, что он из себя вообще в целом представляет этот курс. Ну а если вам потребуется какая-то помощь по его настройке, ведению и так далее, наши специалисты в нашем диджитал агентстве запуски помогут вам его настроить и довести его до того, чтобы он был просто у вас мощным и все делалось у вас в автоматическом режиме. Для тех, кто уже пробовал создавать какие-то мини-курсы, пробовал запускать какие-то консультации, он уже понимает аудиторию, ты уже знаешь, как с ней работать, что конкретно делать и так далее, я рекомендую уже начинать запускать полноценный инфопродукт. То есть это вебинары, это марафоны, автоматизировать, запускать, например, свой какой-то курс, но перед тем, как его запускать, я рекомендую сначала его продать. То есть моя большая рекомендация, да, для тех, кто уже созрел до своего курса, для начала его продать. Что необходимо сделать для того, чтобы продать? Давай очень быстро, потому что у меня на канале есть видео по тому, каким образом создавать свои курсы, как сделать их за 7 дней. Посмотри на моем канале, переходи, вот можешь здесь по значочку, где-то здесь мой значочек есть, переходи на него и посмотри другие видео обязательно. Если вкратце, то необходимо сделать тестовый прогон. То есть что такое тестовый прогон? Не нужно сейчас на первом этапе, когда ты еще не уверен в своем продукте, когда ты еще ничего не продавал, сейчас продумывать и вкладывать 300-500 тысяч рублей в то, чтобы вдвинуться прямо в моменте. Конечно, если ты уже уверен в своем продукте, имеет смысл этим заниматься. Если же нет, то тогда пока сделай небольшой тест. На небольшой тест у тебя уйдет небольшое количество денег, такой средний бюджет от 50, там примерно 50-100 тысяч рублей. Но я скажу так, что этого вполне достаточно для того, чтобы протестировать нишу, посмотреть, насколько оно сегодня актуально, насколько ты можешь взлететь или наоборот не взлететь. Ну, по крайней мере, расстаться со 100 тысячами рублей гораздо спокойнее, наверное, так что ли сказать, чем с 500, когда ты в итоге поймешь, что твой продукт в принципе рынку не нужен. На самом деле можешь воспользоваться самой простой воронкой, которую я рекомендую. Можно даже здесь не использовать никакие лендинги, ничего. Со своих каналов, да, это e-mail рассылка, это Instagram, возможно, у тебя Telegram есть и так далее, ты ведешь на обычный простой Telegram-чат, где вы собираете, даже не чат, какая-то группа, какое-то сообщество, где видно количество участников, человек, который туда приходит. Зовешь туда всех своих людей, продумываешь линейку сообщений, это обязательно, да, то есть не нужно здесь тоже на этом этапе никаких чат-ботов, просто забивай в отправленные сообщения, там есть в Телеграме возможность отправить сообщение по времени, вот забиваешь этими сообщениями в автоматическом режиме сразу же полностью весь свой пул сообщений, и оно автоматом будет пользователю все отправляться. Готовишь страницу для покупки, то же самое, тот же опять же GetCourse, по ссылке в описании регистрируешься, готовишь свой GetCourse, чтобы была возможность купить твой продукт. Соответственно, там же, либо на площадке Bizon, например, проводишь вебинар и все. Этого достаточно, то есть вот 2-3 инструментов достаточно. Если же, например, у тебя на текущий момент нет аудитории или хочется поработать еще с холодной аудиторией, можно здесь подключить еще, например, какие-то истории, связанные с рекламой. Но здесь нужно понимать, что сразу же увеличится, да, то есть если мы в рамках сервисов, мы говорим, что, например, это там примерно 30-40 тысяч рублей в рамках сервисов и плюс там, допустим, работа специалистов 20-30 тысяч рублей, то, например, в рамках уже подключения таргета, сам считай, да, то есть это примерно еще 20-30 тысяч рублей на рекламу и плюс еще бюджет на рекламу примерно те же самые 20-30 тысяч рублей, чтобы собрать аудиторию. Плюс-минус вот такая история, которая поможет тебе достаточно просто, быстро протестировать любую нишу, сферу и твой продукт. Проводишь вебинар, делаешь очень быстро запуск, очень быстро тестируешь, продается, не продается, нет, либо что-то корректируешь, меняешь, либо добавляешь, либо убираешь, собственно говоря, либо меняешь совсем продукт. Мы в нашем агентстве много делаем на самом деле.
деле, услуг для онлайн-школ. И запускаем инфопродукты, и помогаем с разработкой онлайн-школ, и доработкой, настраиваем гид-курсы, продвигаем вебинары, у нас есть реклама, SMM направление, то есть много различных услуг, которые позволяют под ключ сделать практически все сразу же в моменте, и уже потом не искать какую-то другую команду, каких-то подрядчиков, там одних технических спецов, других третьих, четвертых, пятых и так далее. Поэтому, опять же, там, если тебе это интересно, можешь по ссылке в описании оставить заявку, мы с тобой пообщаемся более детально, обсудим твой проект, и мы найдем какие-то варианты и точки того, каким образом можно запустить твой инфопродукт. С тобой был Евгений Карасев, обязательно подпишись на канал, поставь лайк этому видео, обязательно что-нибудь напиши в комментариях. Я вас всех люблю, пока!